Компания «Усть-Луга» заявила о готовности самостоятельно погасить полмиллиарда долга перед банком ВТБ. Она намерена продать энергосети и другое имущество компании. Итоговой суммы должно хватить, чтобы погасить задолженность. В связи с этим с банком сейчас определяется мировое соглашение. Суд отложил заседание до сентября. Ранее ВТБ подал иск о банкротстве компании «Усть-Луга», которая занимается развитием одноименного порта в Ленинградской области. В дело оказалась вовлечена даже администрация 47-го региона, от которого банкиры потребовали возместить долг, поскольку правительство выступало гарантом по кредиту.